Дмитрия! Учебно-полевые сборы проводятся уже не первый год. Их задача – подготовить будущих призывников к службе в армии, дать им начальные знания военной подготовки. Возможно, кто-то из этих ребят всю свою судьбу посвятит российской армии. Военный комиссар Алексей Будков пригласил юношей поступать в военное училище. Но сначала надо хоть немного научиться ходить строевым шагом. Программа учебно-полевых сборов довольно насыщенная. У нас будет и строевая подготовка, значит, огневая, физическая подготовка, психологическая в этом году ввели, тактическая, которую в поле будем проводить, занятия по гражданской обороне, медицинская подготовка. Заниматься с ребятами будут преподаватели ОБЖ, историки, психологи и медицинские работники. А что подразумевает огневая подготовка? Мы планировали, что у нас будут стрельбы с автомата, то есть с автомата Калашникова. Но в связи с тем, что такая ситуация на Украине, рядом мы на границе, и у нас в этом году не получается. Но стрельба будет проходить в нашем тире ДОСААФ. И тем не менее с автоматом ребята познакомятся. Сборка-разборка тоже входит в один из этапов сборов. Сегодня мы первый день будем проходить здесь у школы номер 27, то есть на месте. А уже последующие дни будем проходить в поле, в полевых условиях. И там ребята, думаю, почувствовать, что такое азы начальной военной подготовки. Через 5 дней на закрытии сборов мы надеемся увидеть неплохой результат подготовки.